шумно, меня все спрашивают, где люди в Америке, вот они все здесь, все на гей-параде. В общем, сегодня у них проходит ежегодный фестиваль, гей-парад по-другому, как его еще назовешь, никак больше не назовешь. В общем-то, вот куча народу здесь собралась и смотрит на это представление. Сейчас я подойду поближе, но здесь, конечно, очень шумно. Тут же полиция охраняет, как бы все равно за порядком смотрит, там уже очень много народу. И вот все, кто с радугой и с символикой радуги, это поддерживающие, так скажем. Ну, пожалуйста, пожарные поехали. И вот этот начинается, он примерно где-то здесь. И потом все это дело будет дальше. Несколько перекрестков. Я прогуляюсь подальше туда попозже. Там кто у нас едет? Humane Society — это общество по защите прав животных. Вот разные организации, они просто, ну, тут во всех порядках одинаково, просто как бы они выходят и проходят себя, в общем-то, рекламируют в большей степени, ну, еще как бы, типа, поддержку. Вот такие флаги, это вот символ радуга. Собачки, кошки. Написано, потому что мы верим. А во что верим, непонятно. А, понятно. Это уже тут все подряд. И христианские организации, и, в общем, против жестокого осуждения людей, неважно вообще, кто чего и как. Представители тех церквей, которые открыто осуждают и очень так очень нехорошо относятся к людям нетрадиционной организации, вот они же, даже те же мормоны, выходят и вот с флагами, что мы типа нет, мы не такие.
по-русски это значит вот, ну, издевательство над людьми. В общем, они нет, типа, нет издевательства, нет осуждения. И, в общем, мы за любовь, скажем так. И за закон, соблюдение закона. Против дискриминации, в общем. То есть это прогрессивные, скажем так, люди, которые вот даже, которые принадлежат тем церквям, которые очень консервативные. А вот тут написано, мы все одинаковы перед Богом. Да, Иисус любит всех, написано. Иисус сказал, он любит всех. Там что? Непонятно, что написано. Следующая процессия подходит поближе сюда, приближается. С музыкой все это весело, в общем. Кто че, кто на шесте, бля, кто как. Вот, вот они все люди, пожалуйста. И сегодня причем воскресенье. Кто в церковь, а кто на гей-парад. Так, там что написано? Непонятно, не вижу. Юта, Salt Lake City, что-то там. Непонятно. Не увидела я, что написано на плакате. Это полиция Salt Lake City тоже участвует. Так, кто у нас там идет? Не знаю, непонятно тоже, кто. А просто мы вас любим, типа, мы вас поддерживаем. А что за организация, непонятно. Местечко получше видно. Там у нас кто? Акробаты? Спортсмены? Педальном этом автобусе едут и педалят сами.
местная, не помню какого спорта, но какая-то группа местная, команда спортивная. По-моему, американский футбол. Написано слово это family, семья. Вот я сейчас хочу попробую увидеть, что там написано вообще. Но больше-то ничего не написано, в общем семья написано. Опять Pride, то есть это, ну это вот название этого фестиваля Pride. Это тоже какая-то фирма. Наверное, часа два этот фестиваль проходит. Он в 10 начался, я пришла чуть-чуть попозже. Ну, еще, в принципе, вот в самом разгаре. Я сейчас пыталась найти мусорную корзину, мусорный бак так не нашла. Пришлось свой этот стаканчик, пустой стаканчик с кофе убирать в свою сумку, потому что что-то я не найду нигде мусорку. Ну ладно. Машины продают. Там кто у нас дальше? А, это буддийская комьюнити, в общем, буддисты. Солт-Лейка. Опоздали, педалят как-то они поодиночке. Они такие смешные, не могу разумеется. Разводят людей, как в Китае. Ну, во всех крупных городах Европы и в Америке тоже это сейчас популярно.
местный ресторанная сеть Noodle Company. Это еще кто-то. Не пойму по эмблеме, что за организация. Команда, что-нибудь типа такого. Так, там что? Мисс чего-то, какого-то года. За флагом не видно ее. Жалко. Любители кожи. То есть это стереотип. Традиция, кожаная традиция. Сами над собой прикалываются. Конечно, никто так не ходит в повседневной жизни, это уж они сами над собой смеются. Свобода. И старый млад, что называется. Типа мы такие. И оставьте нас в покое. Черлидеры пошли. Спортивные мероприятия. Это популярно здесь в talking about.
скромненько. Не знаю, что за конторы. Там что? Да, а мормоны за равенство. Опять же. Мы не дискриминируем, вот у них написано. Написано, две мамы делают, ну, то есть это, две мамы будут делать все правильно. Вот, уважение для всех людей написано. Отдаем, как бы это, ну, giving back, это как благотворительность, грубо говоря, переводится. На рубашках, типа, мы за равенство, против дискриминации, опять же. Это ресторанчик местный. Ruby River. Тоже такую юбку хочу. Написано Utah Recovery Community. Это те, кто вылечился от чего-либо. Против наркомании вообще. И какой-либо зависимости. Вот тех весело. Дальше идут. Бразильский. Thank you.
право быть самим собой. Написано на табличках. Мы решаем по поводу нас самих, наших семей и вообще того, как мы живем. Это так написано на табличках, я просто читаю. Смешные. Так, тут уже мужики переодеты. Да, со своим щеночком идет, ему на нас жарко, бедняжка. Веселятся люди, кто как может, как говорится. Вот этих весело. Здесь большой такой курорт горнолыжный. Дальше пошли в библиотеки города пока. А это дальше банк пошел, Зайнс. Местный банк. Так, у этих пока тихо. Видимо, они играли, сейчас начнут играть. Тоже у них как-то так не очень организовано. Hi, I'll get one, thank you. Я себе взяла замороженный сок. Холодненького. Вот, по защите прав людей. Тут что у нас, непонятно. Не знаю, что, кто,
Что к чему здесь, не поняла. А, это театр какой-то. Тоже у них как-то тихо. Мы любим наших ветеранов, написано. Пошли в Шотландию. Играет красиво. Последнее, завершающее. Здесь самое начало. Написано бабушке 4 геев. В машине. After the parade is over, make sure to make your way to the festival grounds over on 4 South Partake. There's lots of vendors there, lots of fun things to buy and look at, lots of music to hear. Make sure you check out Justin Huntley at 4 p.m. in the main. В общем-то, парад закончился, но праздник будет продолжаться на 4 South, она сказала, на улице, то есть там дальше как бы музыка и еда и все такое. Надо будет сейчас найти что-нибудь купить, поесть, есть хочу. В общем, весело, народ веселится, кто как может. Здесь какие только не проходят фестивали. И за, и против, и вообще, по-всякому. Идем. Такой огромный флаг, вот он там плоский внутри. Это для благотворительности, в общем, они деньги собирают. Таким образом, те, кто хотите, подходите, кидайте туда внутрь денежку. Это такой здоровенный, здоровенный флаг. Вон там люди, народ сидит на крыше, смотрят сверху. В общем, весело. Я так понимаю, все как бы идут вот туда, куда-то. Где-то там еще дальше продолжается все это дело. Все себя ведут очень даже прилично. Ну, а где-то смешно. А так, в общем-то, я ничего такого не видела. Никаких безобразий. Ну, здесь и полиции, конечно, очень много тоже. Следят за порядком. Говорят, тут вообще до 35 тысяч человек каждый год собирается обычно на этот праздник. Туалеты периодически тут поставлены. Вот с мусорками проблемно. Долго я искала мусорку, но нашла в итоге. Куда все идут, мне интересно, где же все-таки... Где же конец-то? Вон какой флаг этот, здоровенный. Вот так вот. Это закончился сам парад, но я так поняла, где-то еще здесь все это дело будет продолжаться, но я, честно говоря, пока не разобралась, где. Вот. Еще хочу сказать, не надо мне желающих поругаться на эту тему, пожалуйста, ничего не пишите, потому что не спрашивайте моего мнения, потому что я его выражать не собираюсь. Не значит, что у меня его нет, но, тем не менее, я выражать свое мнение по поводу за или против, или вообще как, выражать не буду. Поэтому просто показываю, как есть, как турист. Смотрим. Он мужик в чедре. Так что, это так, ремарочка просто, на всякий случай. Такая лодочка классная. Где они на ней здесь только катаются, на этой лодке непонятно, бьются, потому что здесь, ну, можно до озер доехать, до крупных. Гора где-то. Можно, наверное. А так, конечно, здесь невыгодно лодку иметь, потому что на ней особенно-то и негде кататься.
Вот так вот. Ну, если что еще интересного найду, поснимаю. А так, всем счастливо, хорошего настроения. Пока.